Сейчас я попробую. А я его аккуратно, чтобы его не трогать. Так, в 11:57 на 01 поступил звонок от жительницы дома номер 2 по улице Нахимова о том, что чем-то пахнет в подъезде, да, и задымление подъезда присутствует. Mm-hmm. Диспетчером центрального пункта были направлены отделение, два отделения ПЧ-5, которые обслуживают данный район. По прибытию плотное задымление первого этажа первого подъезда. Сразу объявлен повышенный номер 1 БИС начальником Карлова. Сюда посланы еще дополнительно 3 отделения. Так как дом мы видим деревянный, двухэтажный, двухподъездный. Значит, при проникновении в квартиру звена ГДЗС был обнаружен очаг, это горевший диван, на нем пострадавший мужчина. Скорая, на месте которой была пожара, констатировала смерть мужчины от отравления продуктами горения, плюс он обгорел частично. Угу. С чем может быть связана причина? Ну, причина банальная, да, это, скорее всего, курение, потому что больше, как диван, ничего не пострадало. Диван сам и вокруг дивана пол. Thank you.